бабочки, стряхиваю водичку. Все вредненько оставили. Все полезно. А у нас тут косячок. Илюша молодец, будет. А у нас тут косячок. Мамочка, вижу, вижу. Это полезное или не полезное? За обручем. Открыли, выглянул из норки, посмотрел на солнышко, улыбнулся солнышку, все улыбнулись и покатился на полянку. Побежал, побежал по дорожке и прикатился на красивую-красивую полянку. А на этой полянке цвели цветочки красивые, и они вкусно-вкусно пахли. Давайте понюхаем каждый пальчик. Понюхал цветочек. Подснежники скоро у нас будут, всякие тюльпанчики, нарциссы вкусные, розы, ай, какие вкусные. Вдруг на небо нахмурилось в каждую руку, и набежали тучи. Набежали тучи, набежали. Не дождик закапал. Кап-к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 ап. Спрятался ежик под грибок. Под грибок. Вот так вот спрятался. Под грибок. У нас дождик закончился, снова выглянуло солнышко. А ежик увидел, Оля, что на полянке выросли грибочки. Какие вы знаете грибочки? И тоже как собрать грибочки? Как порадовать маму и братиков? Конечно, собрать грибочки себе на спинку. Какие называют, знаете, грибы? Какие грибочки? Какие грибочки знаете? Шампиньоны. Поганка. Лисичка. Лисички. Здесь самый большой белый грибочек. Вот такие молодцы. А еще внутри, знаете, да, там есть вот такое колечко. Очень полезно. Я вот дома тоже семью подсадила. Вот это вот хорошее дело. То есть, ну, с детьми в игровой форме. Этот пальчик там Антошка, этот пальчик там Сережка. Все имена мужские, мальчишечки вспомнили. Тоже очень хорошо. Тонизирует. И показывайте. Показывай. Давайте. Нет, что-то погоня очень. А мы должны отгадать. Что-то погоня очень. Это что-то. Это коньки? Это хромой, вы на коньках? Хромой зачёнок. Лыжи. Лыжи. О, уже более похоже. Это кёрт. Давай. Вы же его должны какие-то элементы, да, оттуда же. Ну, а если что-то красивое? Какие-то? Ну, не совсем. Лыжи, я сказала. Лыжи. Фигурное татами? Ну, конечно же. Я знаю, говорю, вы футбол показываете вдвоем. Сладко, что ты думаешь? Еще что-нибудь другое? Нет, ну ладно. Лыжи опять. Лилиана, ну да, пока... Лыжи, лыжники. Ну да, лыжи. Палочки, лыжи. Это что, может, скандинавские? На коньках катаешься. Нет? Лыжи. Лыжи, нет? Нет. Юбки, знаете. Фигурное катание. Уже было. Все, блин, нету больше фантазии. Ну ладно, давайте. Что? Носки эти. Давайте. Оба. Оба. Ой, Лилиана, задели тебя. Прыгай. Прыгай 10 раз.